Доброго времени суток, любители шахмат. Мы с Никитой Петровым продолжаем записывать шахматное видео в блиц-режиме на честный мат. Да, решаем тактику. Уже второй вот выпуск в таком коротком формате. Ну и приступаем к первой задачке. Так, тут очень много связок. Король Е4. Сидеть. Шах на H7 перевелся, но ничего не даем, да? Не знаю. Король Е5. Да пока не вижу, я тоже. Я просто так вслух рассуждаю. Рыбочка уже такая. Не, ну, как бы, какой-нибудь из ходов, которые какие-то вызывают какие-то действия со стороны черных, он должен быть правильным. Да, ладья d6, ладья d6, конь e2 будет, явно не проходит. Ну, слон d4, e6 просто как пешку провести. Нет, сомнительно. Ну, почему? Пока из всего предложено самый адекватный вариант. Да, там же слон f7 еще в конце будет. Вообще очень опасно выглядит. Вообще-то как-то не внушает доверия мне почему-то. Конечно, неплохо. Мама, мне... Е7, ладья d8. Да, есть черный пешку в ответ тоже. Мне внушает, не успевает. Все, бьем. Ну, да. В общем, Иван сам решает, а сам сомневается в решении. Как-то я привык в стандарте проверять очень долго, когда сразу соперник смотреть. Да, действительно, вообще ну, так хорошо выглядит позиция белых. Видимо, действительно единственный способ, иначе пешка на e5 упадет и как бы, ничего не добьешься. Так, что-то как-то... Медленно? Я не знаю, потому что явно меня слышно нормально, а вот сейчас темпа не подгружал. Ну вот, загрузил наконец, ладья b4. Так, ладья b4 ход вообще очень странный, по виду. Если сесть на d5, то сесть на b4, но c3 сидят. Видимо, если он на c3 будет играть. Кони, там кони в 3 шах. Там еще, там, ладья... Ладья слон f3, ладья d5. Что за вариант? Меня смущает еще, на ладья d5 меня слон d5 еще смущает. А, если слон d4? Слон d4. Ага, да, приятно. Ну да, мат это действительно обычно приятного внимания. Может просто ладью взять. Так, и тут слон d4 нет хода. d4 и король g8. И ничего там не отбил, да? Да, предлагаю взять ладью. Ну давай возьмем. Я вот меньше привык сомневаться. Ну и задачка попроще, конечно. Следующая. Мат, наш один грозит. Ну, защитились. Ферзяк после какого-нибудь размена... С другого ферзя после какого-нибудь размена ферзя не получится провести? Ну, я тоже это ферзя считаю. Я тоже ферзя должна понравиться. Почему я его считаю, это понятно, я всегда меняю ферзя. Ну, видимо, не работает, потому что после размена d2 ладья на первое возвращается. Один, например, да, чинит. Так что придется все-таки каким-то образом по-другому играть на победу тут. Не очень. Еще по-другому сыграть. Слон f3 еще ход есть. Не напасть на ладью g4, но... Нет, да, ну там ладья на g3 отойдет, в этом проблема. А может быть ферзь на h3 какой-то промежуточный, непонятный ход? Чтобы на слон b7 взять ладью на g4. Да, ферзь на h3 это очень тонко. Но как-то сливайся. Ну, ферзь на h3 интересно. На ферзь g2, видимо, ферзь g4, да? Ну, видимо, да. Хотя я так далеко не заглядывал. И угроза есть, как бы, да, смогли это в трехе, же 4, если брать, да, но взять, взять, нельзя, на ладья подключается. Ну, очень заманчиво выглядит, хотя, конечно, немножко... Ну, ладно, все равно долго думаем, как за что и сыграно, правильно оказалось. Вот если ферзь 4 планировал, может, есть что-то лучше? Вообще, наверное, нет, да? Да нет. Да, просто подожди, а там на ладью, на F1 ладья, все в порядке, наверное. Ну, давай, Ну да, в этом и идея была. Он даже в плюсе остались. Я думал, очень долго, но оказалось, что нет. Ну, задачи сложные. Ну, сложновато такая. Прежде что не очевидно. С рейтингами и больше, но... Ну, нам не везет с рейтингами, это уже понятно. И, кстати, осталось пятое, я так понимаю, да? Нет, это все еще третья младшая, да, что-то как-то я опережаю события. Видимо, мы слишком медленно решаем. Так. Надо как-то дать мат попытаться. А я бы съел бы что-нибудь на g4. Конь d7, конь c8, как-то так съел бы. Слон d4, конь d7, конь c8, слон g4, нет? А почему конь d4 нельзя сыграть? Ну и конь d4 с той же идеей, в принципе, я за.
Ну да, конь d4 лучше, чтобы слон блокировался. То есть, когда конь с d5 уходит, мне не нравится, что там конь e3 будет в вариантах. По-моему, лучше конь d4. Это будет у нас мат грозить. Да, конь d4 лучше. Входим. Так, мы берем просто, да? И грозит конь d7, ради просто берем, да. Это мы тоже берем. Вводит две лишние фигуры, да? Ну да. Бел, черные, конечно, много пешек, но явно они не пройдут. Что-то... Ну что, сложно сейчас 200 пересечь? Да, последняя задача в этом видео. Это зависит от задачи и от того, насколько глубоко мы будем считать. Лишняя пешка, но, видимо, тут идея в том, что мы должны какой-то мат соорудить. А, мне кажется, коня уже съесть надо как-то. Конь E3. Конь G5 есть вот, здесь конь E4. И сидей мат, да. А конь D5? Конь g5, конь g5. Конь d5, конь d5, да. Вот кажется, ладья d8, король h7, конь g5, король ушел, конь e4. Согласен, входим. Четко. Да, самый высокий рейтинг у задачи, хотя выглядит очень простой, если честно. Победа, да, но она проще была, чем прошлая, по-моему. Или какая-то была, после прошлой. Ну да, так или иначе, 5 мы решили. В общем-то, наш стандарт 6 минут ролик. Да. Ну, все, молодцы тогда. Да, всем спасибо за внимание. Всего доброго, до новых встреч в наших видео.